Привет, мальчики и девочки. Сегодня у нас новая игрушка на канале «Первый взгляд». Игрушка не новая, вышла она аж в 2021 году. Но вдруг вы ее пропустили так же, как я. Головоломки я люблю, и многие из вас тоже любят. Это показало голосование в телеграм-канале в моем. Поэтому посмотрим. Игра называется «Пневмокапсула». И самое интересное, что разработчик наш товарищ. Так что давайте посмотрим. Собственно, вот и все. Суть игры в том, чтобы управлять вот этой вот тележаней и проходить дальше логические задачки, отправлять письмеца. Так, используйте клавиши направления, да, shift ускорение, но я играю с геймпада, поэтому сейчас вспомню, как тут что управляется. Так, видите, вот здесь у нас, оп, и мы проваливаемся, поэтому нам нужно, сейчас вспомню, по-моему, вот этой кнопкой. Какой же квот? Вот этой кнопочкой. Оп. Приводим в движение механизм. Давай. Так, отлично. Что у нас дальше? Сейчас посмотрю, где у нас ускорение. Не помню, где ускорение. Ладно. Так, погнали. Что у нас здесь? Нет, это не ускорение. Сейчас мы... Вот это, по-моему, ускорение, да? Так оно не одинаково. Ладно. Так, тут у нас что? Тут мы тоже упадем. Надо что-то нажать. И я так понимаю, вот здесь, да, у нас была, да, вот она. Так, ну ты не падаешь. А ну-ка. Во. Игра такая довольно-таки расслабляющая. Так, а тут у нас тоже дыромаха, да? Ну-ка. А, вон, там у нас поднялось. Теперь можно назад, обратно. Но подумать придется. Но оно так не напрягает. Катаешься себе, разгадываешь. Довольно-таки прикольно. Мне вот зашло. Собственно, поэтому вам показываю. Так, скатываемся вниз. Давай. Шутя, давай. А вот ускорение у нас. Ага, нашла. Нашла кнопочку ускорения. Хлебушек со слуком. Вот, я бы сейчас тоже хлебушек со слуком. Так, нам нужно отправить... Вот, Сережа. О, это как будто я писала. Отправь это Галине Ивановне. Так, кто такая Галина Ивановна, я не понял. Сетчатый городок, Южный округ. Угу. Так, что у нас есть? Номера. Так, сначала идет район. У нас, что там, Южный округ и сетчатый городок, да? А, вот, район. Сетчатый городок — это Пятерочка. Юг — Пятерочка. А Галина Ивановна у нас... Так, есть у тебя Галя, но там три номера, а у нас четыре цифры. А вот Галина Ивановна 20, значит 5-5-20 мы должны набрать и отправить. Выпуск 217, новости надо и отправить. Так, включаем, во-первых, вот, включили. Давай, да, с геймпада иногда, конечно, очень тут прям... Да, твою дивизию включи, пожалуйста. С геймпада управляется очень... Очень... Да подожди, сложно. Да вернишь ты. Во, поехали. Так, 5-5-20, да? Давай. 5, ой. 5. Прям, то ли у меня геймпад очень чувствительный, прям чуть-чуть дернешь и уже все. Да, отвернись ты. 5-5-20. Отправляем. Огонь! Пошла газетка. Галина Ивановна, приятного чтения вам. Так.
все, можно дальше ехать, да. Отлично, первую главу мы с вами прошли. 12%. А, это была загрузка. Я думала, мы прошли на 12%. Воу. Ага, так, сюда нельзя. Там тупик. Окей, тогда делаем вот так. Ускорениться. Вообще хочется башкой покрутить, но у вагонетки нет башки. И покрутить не получается. Ну, прям какие-то американские горки. Так, что у нас тут? Надо опять что-то отправить, да? Давайте посмотрим. Отправить отчет. Список абонентов. Вот. Так, давайте включим для начала. Ну. Так, питание. Питание включили. Нет данных с датчиков у нас. Ага. Нам нужно запустить датчик воздух, датчик Мигунова, радиационные пластины. Ага. Ну да. Хорошо. Выходим от Седова. Так, мы тут никуда дальше не поедем. Окей. Давайте. Так. Что тут у нас? Ага, конец. Что-то мигает пока. О, что-то запустили. О, один датчик мы запустили, да? Так, еще два, значит, они, по-моему, там же, я так понимаю. Давайте запустим остальные датчики. Так, ты вот тоже датчик? Датчик. Давай. Да, смотрите-ка, датчик. Так. Отлично. Все работает. Да, все три датчика работают. Так. Теперь давайте... Вот, замеры произведены, но отчет написано не готов. Отчет и не готов. О, отчет готов. Так, осталось его отправить. Так, а куда тебя отправлять? Давай-ка почитаем. Что у нас? Сортировочная вышка, красные дома, ты-ты-ты. Во, радиационная служба отчетов. Наверное, это оно. 7934. Так. Угу. Питание. Не, подожди, питание мне. Да, включи питание. Хочет переводиться. Во, питание включили. Так, 79-34. 79-34. Отправить. Ой, что ж ты? Давай. Что-то ты сейчас... Мы вышли как будто бы... Эй, а где моя вагонеточка? Вернись обратно. Да стой, ты что такая шустрая? 79-34. Отправить. О! Да, вот эти
переключателя, конечно, с геймпада прям. О, нам открылась та самая воротинка. А меня покажут вообще, нет? Что-то меня не показывают. Покажите мне, пожалуйста, мое. Давайте попробуем вот здесь. Может оно отомрет? Так. Во, все, погнали. На ускореньке. Блин, мышку надо убрать. Так. Теперь, оп. Блин, так быстро прям едет. Пущай меня. Отлично. Так, что тут надо делать? Так, там у нас... Там у нас пробел. Значит, нам... Ой, стой. Надо... Вот сюда надо. Так, окей. Тут у нас что? Тут конец. Тогда открываем. Так. Идем наверх. Тут тоже конец. Открываем так. Так, тут что? Оу! А-а-а! Стоям была. Так, а наверху там тоже... Дырдыть. Надо вот это отключить. Тогда надо вернуться обратно. Я поняла. Я все поняла. Сейчас все будет. Шандарахнуло, конечно, знатно. Меня машина все время током бьет. Вот примерно так же выгляжу. Ага, отлично. Это мы отключили. Так. Теперь сюда мы можем проехать. Вот, отключим сразу вот здесь. Нам, я так понимаю, еще вон ту третью, да, которая внизу, до нее надо добраться. Ладно, сейчас доберемся. Не проблема. Так, это получается вот сюда. Вот сюда. Ой, ты откроешься? Да, так, нам вниз. Так. Вырубадзе. Все отлично. Теперь обратно надо таким же макаром. Главное, аккуратно, он так быстро иногда разгоняется, когда не надо. Вагонеточка наша. Так. Тут. Да давай. А нам вниз, наверное. Стоп! Нам вниз, наверное, ж не надо. Нам надо наверх. Так, тут мы проедем. Тут. Там, наверное, конец. Да. Ну, поехали наверх, посмотрим. Я еще и ачивку получила, как мастер запутанных лабиринтов. Ой, давай вперед. Ой, там, как, там кто-то еще к нам едет. Поездик какой-то едет. Надеюсь, он не в нашу... Ой, подожди, я ничего не вижу. Нам куда? Давайте проедем. А, ну тут закрыто, да? Понятно. Понял, принял, осознал. Идем направо. Здрасте. Ремонт ключей, фонарей, пневмо, чего-то. Так, что надо делать? Тут какие-то хлебушек, ягодки.
Так, ну, давай посмотрим. Угу. Руль, который крутится. Замечательно. И что нужно с тобой делать? Ну, например... Так, может быть ты... О, лампочка загорелась, огонь. Так, отсюда выходим. Вот эти вот работают как-то, нет? Эти не работают никак, да? Так, а если вот здесь возле лампочки? Так, ну тут лампочка загорелась. Нам надо, чтобы... Непонятно, тут ничего не происходит. Не, ничего не происходит. Ну, давайте попробуем. Ну, тут красное все еще. А, пневмопочта, ага. Так, ладно, лампочка загорелась, но, видно, этого недостаточно. Вот здесь горит. Это же хороший знак, правда? Так... Потому что провода же явно здесь горят. О! Ух ты! Огонь! Так. Оу. А, ну понятно. Вот она. Тайное письмо, которое мы должны отправить. Так, окей. Давай. Телеграмма. Докладной лист. Смотритель. Поселок Южный. Так. ФБ Плеб с супругой обсуждали возможность самовольного построения радиоприемника. А, обалдеть. Попросил личным письмом у инженера-механики Горина колбы пневмокапсулы дождевых червей. Какой ужас. Вот так донос придется отправлять. Так, отправлять-то куда, простите? Так, тут никаких нет у нас. Это докладной лист номер, а куда отправлять, непонятно. Надо найти. Что-то я вот не вижу здесь никаких подсказок. Тут у нас сейчас, ну-ка, тут здесь вот можно? О, что-то есть. Ну что, непонятно. Так. Ну да, тут никак ничего не сделать. А если... Вот это уберем. Так, и знаете, что сделаем? Мы пробовали... Попробуем в другом. Мы вот здесь ставили. Теперь вот здесь попробуем. В этом положении. Может, еще что-нибудь появится? Я решила вообще заново перезапустить главу. У меня такое ощущение, что что-то заглючило. Итак, вот мы приехали. Ничего у нас еще... Ничего еще нет. Погнали. Включаем этот вентиль. Где ты? Ты у нас где? А, ты вверху. Вот, мы тебя... Ой, вот так, допустим. Сейчас мы... Всё, да, твою дивизию. О! А в прошлый раз мы право крутили. И тоже стол открывался. Очень странно. Так, ладно. Кнопочка. Вот. Да, очень странно, потому что в прошлый раз мы стол крутили вправо, он открывался, а влево не открывался. Так, дальше. Крутим еще. Я сейчас просто хочу все поперепробовать. Так. О! Я же сказала. Ну вот смотрите. То есть какой-то глюк. Мы уже... Мы, походу, перекрутили этот вентиль. Так, красные дома, получение, смотрите, управление докладными Шламовы, управление докладными Южный. Вот, нам Южный, 4509 нам нужен.
фигня какая-то, короче. Так, поехали. Включаем. Да, нет, включаем. 45. Да, блин, сразу такая. Вот, включаем. Ты можешь? О-о-о. Так, давай. 45. Да нет, тут 40. Давай аккуратненько. Я прям еле-еле нажимаю. Да блин, на геймпад. Потому что очень чувствительно. 45. Давай 0. 9. Все, отправляй. Это твою дивизию. Yeah. Мы это сделали. Ура! Зеленый свет. Погнали переключать. Да, но она явно что-то заглючила. Мы этот вентиль вертели, перевертели. И вот... Ой. Она как будто не сработала. Вот, теперь нормально. Ура! Так, едем к следующему. Воу, надеюсь, нам не придется все это читать. Так, постановление партии. Колледж воздухоплавания набирает курсантов. Празднику 200-летия запуска АРС получено. Яйца. Шоколадные и тругантовые. Что за тругантовые яйца? Так, сыры различные. Цветочный магазин. Косметика Элиада. Так, тебя куда отправлять? Так, телеграмма механической почты. Я, Семен Порфирьевич Бузулук, направляю прошение о принятии моего сына Бузулук Яшки, возрасту 14 лет, младший юнкера дирижаблевого флота Химьянского корпуса, с условиями согласен. Так, это нам надо, я так понимаю, вот туда, дирижаблевый флот. Это вот здесь же, да, было? Где-то там... Во, воздухоплавание. Телефон 3-8-2. Да. 3-8-2. Так. Питание. Да, да, твою дивизию. Вот. 3-8. Нет, в обратную. 8-8-8-2. Огонь! Сынок пойдет учиться, телеграмму получит. Так, катимся дальше. Так, тут чего? Надеюсь, нам не надо было ничего запоминать из той большой газеты. Я, короче, телеграммная вагонетка. Видите, делаю доброе дело. Так, я Шкулева Татьяна Ансольдовна. Ансольд? Папу звали. Нормально. В настоящем сообщаю, что нуждаюсь в поминальном вагоне катафалки. О, такие тоже есть. На адрес моей семьи. Так, вагон катафалк. Угу. Ну, явно нам надо вернуться. Если нас пустят обратно. Давай, вагонеточка. Я в тебя верю. Разгончик бери. Да, обратно пустят. Так, смотрим. Что у нас тут? Новые электрические лампочки. Косметика. Варенье-смотритель. Сыры. Так, сыры,
Комната требуется. Метеоинженеры, повар. Питательный концентрат. О, вот. Ежедневные похороны. 81-91. Погнали. Давай. Чтоб Татьяне Ансольдовне все в лучшем виде доставили. Да, блин. Так, вернись же ты твою дивизию. Так, 81. 1. 91. Огонь. Не благодари Татьяну Сольдовну. Потом нам гостинчик передашь. Я подозреваю, это не последний номер, который нам надо было запомнить. Чувствую, еще прокатимся. Давай, вагонеточка. Разгончик. А, нет, смотрите-ка. Так, тут пошла наша любимая жара. Сейчас поедем. Ага, там, да, надо... А, ну все правильно. Мы сейчас выключим. Главное, вовремя. Давай. Так, мы выключили. Сейчас прокатимся. Ага, там некуда прокатываться. А вот здесь можно тебя выключить сразу? Явно нам потом понадобится. Погнали обратно. Так. Давай. Что-то ничего. Ну-ка. Так, есть. Ага, это еще работает. Там надо, значит, внизу отключить. Я понял. Ага, нет, не тут. Вот, блин, вот здесь. Давай. Так. Оп. Отлично. Давай-давай-давай. Ну, давай. Господи, я потеряла свою вагонетку. О, можно вокруг посмотреть. Шарики, фонарики. Так, ничего не вижу. Очень далеко. Надо для пенсионеров вот поближе делать, чтобы можно было поближе посмотреть. Такая малепусенькая вагонеточка. Мне ничего не видно. Так. Явно надо было там что-то... А, вот здесь мы отключим сразу. Прям какие-то огромные лабиринтиусы. Да, ага, стопешечка. Тут нам нельзя. Я понял. Надо назад. Значит, понизу пойдем. Так, где там у тебя? Вот, стоп, стоп, стоп. Блин, я не вижу. А, вот наша вагонетка. Она подсвечивается немножко. Так, есть. Явно надо... отключить вот эту вот бирюзовушку. Давай. Ёшки-матрёшки. Так. И куда мы? А куда идти? Вперед, назад? Ага, все вперед. Вот, блин. Я надеюсь, там все отключили мы уже. Давай, нам, по-моему, вниз надо было, да? Сюда. Теперь, да подожди, а где твоя дивизия вагонетку потеряла? Что она как будто кружится, но не кружится. Ну чё с тобой? А вот она. Вон, видите? Но она не едет. Эй, дружочек-пирожочек, давай продолжить. Все. Да, вот это, конечно... О, отмерзла. Так, потом мы ехали сюда, насколько я помню. Нет, это мы ехали сюда, чтобы отключить. А так, дальше потом вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Да, точно. Да, слава богу, что уже отключено. Так, теперь нам надо вниз же, да? Да, вниз. Потому что там тупик, обрыв.
Блин, промазала. Как же далеко. Прям глаза напрягаются. А что-то не работает. А, потому что надо вот эту открыть, конечно. Давай. Еще. Ну, блин, не могу попасть. Во. О, сработало. Так, и теперь нам надо, я так полагаю, вот здесь, вот сюда, и отключить вот эту. Теперь, ага, и вон там дырка. Вижу дырку, значит, нам туда не надо. Вот там тоже, да, дырка? Я ничего не вижу. Да, твою дивизию. Значит, надо было обратно наверх. Ой, блин, ладно. Сейчас мы это все быренько пройдем. Зато подключали. Так, стоп. Катись, моя кубышка. Так, тут вниз. Попасть бы, давай. Есть. И теперь точно вниз. Так. Ага, а тут тоже дырка. Так, тут дырка. Вот тут дырка, значит, надо наверх. Возможно, мы там что-то отключили, и теперь все будет обгемахт. Не видно ничего. Так. Где тут у нас? Я очень внимательно стараюсь смотреть, пока ничего не видно. Ага, вон, да, дырка, значит, надо вниз. Все, поняла. Так, давай вот здесь отрубаем. Не-не-не, подожди. Наоборот, в смысле. Да, твой. Стой, в смысле. Твой, стой. Вот так. Едем вниз. Сейчас тогда сначала вот здесь проверим. Главное... Так, да, вижу там уже дыромаху. Так. Поднимай. Да, вот, мы уперлись тогда сюда, эту мы отключили, теперь можно ехать. Главное не просмотреть, если будет дырень. Вот нам внизу надо будет отключить, я так понимаю. Сразу пойдем это сделаем. Так, теперь это аккуратненько. Главное не грохнуться. Вот так дотянешься? Не дотягивается, а вот так? Вот так дотягивается, молодец. Так, пойдем обратно. На всякий случай. Да, потому что там наверху дырень была опять. Так, здесь мы прошли. Тут вроде пока все чисто. Ага. Так, вот розовенькую сейчас мы отключим. Я не вижу себя. Вот, теперь вижу. Так, розовую отключили. Теперь там дальше конечная. Нам надо вот сюда вниз и наверх отключить эту синенькую. Значит, надо вот сюда. И теперь еще ниже. Да. Теперь вот это. И сюда. Сейчас там отключим розовую, и, по идее, нам на самый-самый верх. Пока не понимат, как туда добраться, но мы что-нибудь придумаем. Ой, стой. Так, это мы отключили. Я так понимаю, нам вот сюда не надо. Мы же не зря отключали. Нам надо вот на самый... А может быть, нам сюда надо?
Да твою дивизию. Нет, нам туда не надо было. Только, пожалуйста, не говори, что мы... Это ужас. Так, ладно, сейчас я доберусь до того места, с которого мы остановились, чтобы вас не утомлять, и вернусь к вам. Так, ну вот я докатилась до этой клетки, только мы были в самом низу, но нам все равно возвращаться сюда. Я так подозреваю, нам нужно теперь вот сюда. Сейчас мы это попробуем. Нам же нужно было наверх. Возможно... Ага, там конец. А если мы поедем сейчас... Если мы поедем вот сюда... Нам куда-то наверх надо было. О, смотрите-ка, да. Отлично. Так, новая загадочка. Давай, что тут надо делать? Ничего пока не понятно. Так, ну и явно сейчас будет там что-то красненькое, да? Ну мы сейчас все тут осмотрим. Так, тут у нас какие-то каляки-маляки. Оу, смотрите-ка. Так, пружинка, ага, тут колбочка, что это, иероглифы, какие-то волны на мозг. Так, ну да, и там понятно. Так, а здесь у нас что? Телефоны. Угу. Надо сначала понять, что мы отправляем, и тогда мы поймем, куда это отправлять. Все логично, правда ведь? Давайте что-нибудь там понажимаем и посмотрим. Так. Явно... Ну, давайте вот с этого начнем. Так, что тут включилось? Строй завода гиганты? Зачем? Так, тут лампочка красная, значит, какого-то питания нет. Еще пока. Поэтому мы вот здесь еще попробуем. Тут никак. Ну и понятно, вот здесь надо. Так, что у нас здесь? Воу! Включили. Электрика. Угу. Так, электрика. О, тут вон какая-то. Так. Подожди, подожди. Мне интересно. Так, один. Красный. О, 1, 9, 8. Ага. Так, 5, 4, 3, 2, 0. И черный у нас вот это переключает. Типа время, да? Так, понял. Сейчас мы отсюда выйдем. И пойдем посмотрим. Да, давай. Посмотрим, что там было. Вот здесь-то стой, ничего не надо. Нет, здесь никак. А вот эти лампочки? Нет. Хорошо. Так, есть здесь что-нибудь у нас похожее? Нет, нет, нет. Так, давайте обратно вернемся. И посмотрим. Смотрите, а это же у нас такая же телеграммина, да? Только тут некуда вводить цифры. Может быть, тогда это не время, а цифры как раз вот. Вот эти вот зеленые. Тогда код... Ну, давай. Код надо посмотреть. Пойдем посмотрим, кому там что подобное можно отправить. Мне кажется, вот это ловушечка специально. Так, так, едь, давай. Ну, ты едешь, нет? Строй заводы гиганты. Кому это можно отправить? Будка смотрителя, управление фабрики семьи, главный комитет безопасности, Министерство туристического железнодорожного отдыха, управление сетей пневмопочты, инспекция матери и ребенка, отдел пропаганды металлургии, управление
главное атомное министерство, отдел пропаганды спорта. Мне кажется, отдел пропаганды металлургии. Строй заводы-гиганты. Ну, потому что про строительство тут как-то больше ничего и нет. Давайте попробуем. Так, 76-32. Окей, запомнили. Да, вернись же ты. Вот туда. 76-32. Час. Так, давай. Так, ты какой? Ой, включись. Какой ты? Так, ты подожди. Вот, 76. Нет. 76. 6, вот теперь 7. Да нет. Твою дивизию. О, это я долго буду. О, я поняла. 70. Так, теперь красная. 6. Так, это 2. Вот, да, блин, вернись. 30. Да, зараза. Ладно. О, 76-32. Огонь. Получилось. Так, давай пробовать. Да! Мы крутышки. Оу. Твою дивизию, но это еще походу не все. Так, а тут что? Спорт, юность, миллионов. Угу, понятно. Там была пропаганда спорта. Поехали смотреть, что там за номер-то у них такой был. Да давай. Пропаганда спорта. Так, ну покажите мне. Вот, 79-21. 79-21. Так, давай. Да, нет, перенеси мне. Да нет, продолжить. Эй, нет, 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 да ямбала. Блин, я забыла номер. 79-21, по-моему. Блин. Сразу такая. Включи. Как вот он переходил обратно? О, только включи. Да твою дивизию. Да, слушайте, с геймпада вот этими штуками очень сложно управлять. Вообще непонятно, куда ты вверх, вниз. Я забыла. Блин, забыла. Давайте, 79-21, по-моему. Давайте попробуем. Так, ты мне включишься? Вот как тебе переключить? О, вот так, все. Так, 79-21. Но я могу ошибаться. 21. Сейчас проверим. Я пока болтала, все уже забыла. Надо меньше болтать и помнить только цифру. Давай. Не, запомнила правильно. Блин, там, по-моему, еще одна открытка. Дети на... Да, подожди, я не прочитала. Так, давай. Дети наше будущее. Отдавайте детей в ясли-инкубаторы. Чего? Очень странно. Какие такие ясли-инкубаторы? Отдал одного ребенка, забрал двоих. Они там клонируют их. Так, что-то про детей. Да, блин. Что-то про детей. Что у нас там? Управление фабрики семьи, наверное, да? Так. А, и либо инспекция матери и ребенка. Давайте запомним две. Сначала управление фабрики семьи 72-90, либо 76-21. 72-90, 76-21. Давайте попробуем. Погнали.
Так. Надеюсь, мы с первого раза угадаем. Так. 70. О, блин. 72. 90. Отлично. Давай, кубышечка. Нет. Значит, все-таки 76-21. Ладно. Так, 76-21. 21. Это будет прикол, если это неправильно. Ну а подумаешь, не туда отправим телеграмку. Пусть все читают. Да. Огонь. Да блин, сколько их там еще? Так, дайте почитать. Эти телеграммы на сегодня закончатся. В принципе, я никогда не мечтала работать на почте. Что началось? Атамаянск, колыбель цивилизации. Что-то там с атомной должно быть связано. Что-нибудь, я думаю. Атомная электростанция или что-нибудь такое. Так, что у нас тут с атомной есть? Фабрия смотрителя, главный комитет безопасности. А может быть и туристический, кстати, железнодорожный отдых. Либо главное атомное министерство. Так, ну у нас что? Давайте атомное министерство, но мне кажется, это слишком такое, 79.00. Потом получается туристы 75-22 и на всякий случай комитет безопасности 75-00. Ну давайте посмотрим. Куда? Куда нужнее? Так, что там было написано? Наверное, колыбель цивилизации. Возможно, это туристическая. Давайте сначала все-таки туристическую попробуем отправить. Так, у нас 75-22 получается. 70, да, нет. 75-22. Мне кажется, это больше как рекламка. Нет, смотрите-ка. Так, не работает. Тогда все-таки в атомную. 79-00. 79-00. Так. Да, в атомную. Да, твою дивизию телеграммы. О, вот отдых на железных дорогах. Я знаю куда. Это вот в туристическую, 75-22. Надо было сразу все номера выписать. Так, 70... Нет, 75-22. Да. Огонь. Все. Последняя телеграмма. Вот так. Ну что, ребят, я думаю, на этом можно сегодня заканчивать. Вот такая игрушка. Для тех, кто хочет, любит поломать голову, размять мозги и немножечко отдохнуть. Потому что игра, несмотря на то, что надо думать, она...
ну, не напряженная. Даже когда ты не понимаешь, что делать и начинаешь тупить, все равно это не бесит. Она довольно-таки расслабляющая. Так что всем умникам рекомендую. Ну а мы с вами на этом попрощаемся. Спасибо за то, что смотрели. Пишите, что думаете. Увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока.